Fox TV совместно с Anime Rap представляют.俺がつけたんだから、せがれなんだし。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。4代目。お前にキュービッチを残して復員したのは、この力を使いこなすと信じていたからだ。Sherbeats.com。 Талантливый шиноби был учеником Джирайи. Санин водил его везде, техникам обучая. На это у него ушло 3 года, и не зря, ведь он создал свою технику под названием Разинган. Он был Джоуином в Третьей мировой войне шиноби, и в его команде был Какаши, Ринобито тоже. Они сражались вместе только за благое дело, но в этой битве потерял Обито части тела. И вот война закончилась, Минато стал Хокаге. Миновали времена, когда все люди жили в страхе, и как-то раз учитель свою книжку подарил, а имя главного героя сейчас носит его сын. Ему пришлось сражаться с монстром ради своих близких, из-за методов садистских враг готов был на убийство. Вместе с Кушиной он сражался до последнего вздоха, и чтоб спасти ребенка, закрыли телами кроху. Он был спокойным, собранным, веселым человеком, любил жену, ребенка, а еще он был стратегом. Он был готов на все, лишь бы спасти свою деревню. Он был готов пожертвовать собой и стать мишенью. Он был спокойным, собранным, веселым человеком, любил жену, ребенка, а еще он был стратегом. Он был готов на все, лишь бы спасти свою деревню. Он был готов пожертвовать собой и стать мишенью. Минато успевает запечатать чакру демона, которая давала силу его сыну временно. Но во всем этом также была еще доля риска. В любой момент мог вырваться наружу демон листом. Так и случилось, восьмой хвост появился, и думали, это конец, нам ничего не поможет, пропали мы. Но в это время появился из чакры четвертый, восстановил печать и мог уходить он с почетом. Был воскрешен змеей Конохи одним из санинов, и на поле боя воевал вместе с Наруто сыном. Он отразил бомбу хвостатого прям в океан, и вместе с другими Хокаге бросился прям на врага. Они поставили барьер и удержали Джуби, но скоро появился Обито, был полутрупом. Минато не дает закончить ему Рино-тенсей, и узнает ученика, чей разум помутнел. Он был спокойным, собранным, веселым человеком, любил жену, ребенка, а еще он был стратегом. Он был готов на все, лишь бы спасти свою деревню. Он был готов пожертвовать собой и стать мишенью. Он был спокойным, собранным, веселым человеком, любил жену, ребенка, а еще он был стратегом. Он был готов на все, лишь бы спасти свою деревню. Он был готов пожертвовать собой и стать мишенью. Кто-то это чуть-чуть. Осторожно,